сегодня мы с вами не просто здесь, а мы с вами что-нибудь приготовим, потому что появилась такая вот открытая кухня, и, соответственно, грех здесь не пообедать или не поужинать. Что же мы сегодня будем готовить, сейчас мы узнаем от нашего шеф-повара, но шеф-поваром сегодня у нас человек, о котором вы даже не догадываетесь. Этот человек отношение к кулинарии имеет очень опосредованное, скорее как хобби. Итак, у нас на нашей кухне в ресторане «Бочкари» Яков Кац, сеть «Киномир». Яков, добрый день. Здравствуйте, рад вас Петрович. Видеть. Приветствую вас в отличной форме. Спасибо. Что будем готовить сегодня? Будем готовить суп харчо. Это грузинский суп. Юрий Петрович, чтобы как бы понятно было, мы, значит, сейчас, значит, разделаем мясо, это говядина, вот ребрышки, и потом, после того, как у нас с вами сварится бульон будет не очень простой, потому что мы сейчас посмотрите, как мы его будем наполнять ингредиентами. Значит, сейчас вот мы порезали мясо с вами, значит, так. Сейчас мы его заложим в кастрюльку. У нас с вами абсолютно такая свежайшая история. Так. Мы берем мясо. Значит, мясо, когда варят бульон, если вы хотите получить мясо отварное, это одна история. А когда вы хотите получить бульон, то нужно обязательно начинать варить в холодной воде, чтобы получился хороший бульон. И мы будем бульон, когда мы хотим получить суп, мы же не возьмем с вами воду из-под крана. Конечно. Значит, здесь я рекомендую вам, мы будем использовать воду, которая называется Алтай Аква. Mm-hmm. Знаете такую воду? Да, откуда да, она? Да, я знаю, что она из Бочкари. Да. Это артезианская вода. Со 100 метров ее достают. Соответственно, быстро поднимают, поскольку скважина рядом с заводом. Я там был на экскурсии, и мне кажется, это очень вкусная вода. На самом деле. И самое главное, что она наша местная, алтайская. Абсолютно. Вот это вот. Сейчас мы будем делать все для бульона. Ну, раз вы хотите мне помогать, обязательно. Значит, я фартук будем хотел. Делать так, да. Вот вам морковка, так. И мне морковка. Так. Вы будете повторять за ваше мной. Движение. Да, а потом мы воспользуемся, значит, услугами шеф-повара ресторана, позовем его Евгения, и он нам обожжет эти овощи. О. И мы после того, как их обожгли, мы их добавим в бульон. Теперь берите перчик. Перчик. Берите перчик. Берем перчик. Это у нас перчик. Морковочка у нас местная, перчик у нас местный. Все у нас местное. Значит, да, это как бы, основа такая, чтобы у нас все было местное. И перец, и морковочка у нас придаст особый колорит бульону. Мы с вами, в принципе, готовы на старте, чтобы нам, значит, можно позвать Евгения, мы его попросим вот это все сделать. Давайте покажем, как мы это делаем. Вот здесь мы это будем делать, да? Все, подходите, пожалуйста, Евгений. С вами бульончик уже закипает. Значит, сейчас мы это все, значит, запустим сюда. И да, и у нас будет бульон вариться. Как у нас бульон будет готов, потом эти овощи мы с вами будем отсюда изымать. Сейчас мы запускаем лук в работу. Он должен, в принципе, у нас не жариться, а пассироваться. Поэтому это все происходит на медленном огне. На медленном огне и слегка повешивая, а в это время мы с вами будем готовить томат. Лука так приличное количество. Сейчас мы должны, так. У нас лук пастируется, в это время мы должны, значит, сделать томаты туда запустить. Для того, чтобы томат у нас был хороший, все красиво получилось, так. Обязательно с него надо снять шкурочку. Поэтому мы сейчас возьмем и томаты вот так надрезали и кладем их в кипяточек. В кипяточек мы их кладем. Вот так примерно мы их надрезали, они у нас, да? Спелые, да, опять же алтайские. Ну, да. Такие помидоры только на Алтае есть, да, на самом наверное. Деле. Такие мясистые, такие красивые. Вкусные такие. Да. Прямо пахнут.
Чего у нас на Алтае с вами нет, да? Да не говорите. Все прекрасно. И природа красивая. Вы отдыхали на Алтае? И люди добрые. Да, ну а как-то никуда не хочется. Ездил в этом году на Телецкое озеро. О! Значит, и что там? Ну, побродил по горкам, готовил плов, так. Готовил уху. Отлично. Вот. Уху, получал массу удовольствия. Кормил друзей. Честно, нет. Честно, откупленной рыбы, но местной. Мы запустили томат. Значит, и у нас вместе с луком это все на медленном огне продолжает пастироваться. Пастироваться. Значит, как мы это попастируем, мы туда будем добавлять оставшиеся ингредиенты. Вы режете кинзу, мы ее с вами должны будем добавить, значит, к луку и к томатам. Потом мы добавим с вами томатную пасту, немножко подсолим бульон. А я пока грецким орехом займусь, потому что он тоже туда, пойдет. И сейчас вам покажу, я его покрошу сейчас. Я его сейчас покрошу мелко грецкий орех, а вы пока занимаетесь зеленью. Ну вот сейчас вы, значит, неплохо справляетесь с задачей, а бульончик мы с вами добавим вот этих два острых перчика, так как этот суп должен быть острый. В меру острый. Любите острую пищу? Ну да. Значит, добавляем томатную пасту. Значит, теперь вы добавляете вашу зелень. Все. Вот. И вот у нас с вами... А я сейчас сюда добавлю еще наш орех. И у нас с вами будет готовиться... Ну, красота! Слушайте. Еще 10-15 красота. Минут, пока наш бульон доходит. Мы сейчас с вами сюда добавим два... острых перчика, чтобы у нас это было хорошо выглядело. И сюда мы сейчас добавляем еще и грецкий орех. Сейчас мы добавляем сюда грецкий орех. И все это медленно помешивая, продолжаем готовить. А что дает грецкий орех? Добавим чесночок. И потом у нас с вами суп, значит, ждет рис. И у нас суп ждет хмели-сунели. Прекрасно. Наш ингредиент превращается в должное внимание. Вот смотрите, орех у нас вот работает. Возникает ассоциация с вами. С харчо, да? Да. А запах. Наклонитесь, я вам просто рекомендую. Чувствуете? Фантастика. Запах у нас. Овощи наши мы сейчас достанем. Потом мы добавим туда обязательно. Пару стручков острого перца, так как этот суп все-таки с акцентом, он должен быть островатый. У нас с вами какой бульон красивый, смотрите, косточки. Сейчас мы, значит, опускайте. Это, кстати, очень ответственное задание. Видите, сколько у нас мяса? Как я говорил, что суп должен быть густой. То есть, настоящий. Ребята, не жалейте мясо. Настоящий, да. Если вы решили приготовить харчо, у него должен быть крутейший бульон, и он должен угощаемым запомниться на всю оставшуюся жизнь. Примерно на 1 литр 2 ложки с горкой мы отправляем сюда рис. После того, как у нас будет готов рис. Рис обычный. Да, обычный рис. Обычный рис. Он у нас помытый, настоявшийся. Сейчас, Юрий Петрович, я предлагаю, мы же немножко устали же. Ну да, жарко. Но в горячем цехе. Сейчас я вас угощу Завьяловской. Завьяловской. Да. По стаканчику, потом мы разделаем с вами мясо уже. Вот. Ну и я вообще вам скажу, что у нас, конечно, воды на Алтае хорошие. Да, но это просто уникальная вода тоже. Я немножко о ней знаю. Кое-что. Что мне нравится в Завьяловской воде, что здесь есть еще такая штука, как 1 рубль от продажи идет на помощь детям. Нормально. Плюс тогда природный магний. За Завьяловскую. За Завьяловскую. И ее производителя. Значит, очищаю мясо от костей. Так. Мясо сварилось,
мясо хорошее. Кости легко отделяются. Кости легко отделяются. И чтобы потом это вернуть в суп, мы должны сделать примерно так. Оно должно быть, ну, как бы порционное. Угу. Сейчас мы вот такими кусочками порежем. Мясо наше обильное, красивое. О, шикарное мясо. Нашу телятину отправляем. Шикарнейший бульон. Ее сейчас, значит, в кастрюлю. В кастрюлю. И после того, как мы с вами мясо отправили в кастрюлю, возвратили, значит, его. Мы, да, оно у нас вернулось в суп. Сейчас мы заберем, значит, вот наш красный перчик, который вы сюда отправили. Было такое. Значит, и у нас с вами, значит, обязательно, так как я сказал, что ткемаль является, она придает кислинку. Это без кислинки харчо, да, не харчо. Значит, нам надо обязательно добавить, значит, сюда сейчас, я думаю, что примерно 2 столовых ложки полных. 2 столовые. Да, 2 столовые ложки примерно на такое количество. Это, это придаст кислиночку. Вот, мы одну ложечку с вами отправляем сюда. Есть. Помешиваем. Во всяком случае, если нам покажется, что не кисловато, мы с вами добавим еще. Будем пробовать с вами, как я уже говорил, по соли, по кислинке, ну, к финишной прямой. Мы отправляем наш лук, орех, да, томат, все, что мы сделали. Сейчас у нас будет особый облик. И потом это буквально в течение 15 минут мы еще поготовим, чтобы он у нас окончательное лицо приобрел, и наш будем суп. Подавать к столу. Наш суп. Ну и вот некоторые в зажарку добавляют, да, хмели, да, сунели. Да. Ну, я вот, ну, когда готовлю, я добавляю всегда уже суп на выходе. Потому что это готовая специя. Примерно на такое, да, количество. Вот мы берем и раз с вами, два, три. И 4. Этого достаточно будет. Порезать чеснок, лук зеленый, петрушку и кинзу. И можно будет это все украшать этим стол. А потом каждый индивидуально себе положит это в тарелочку. Режем я люблю по-крупненькому, чтобы это было на зубок, а не мелко. Блюдо яркое. А это нашим кулинарам от нашего ресторана и от компании «Бочкарей» новый ирландский эль. Отлично. Прекрасный напиток, сваренный в традициях доброй старой Ирландии. Попробуем. Ну, за харчо? За харчо. Спасибо.